академия. И вот там громадный у них спортцентр, громадный стадион. И тут, видимо, ученики живут этой академии. У нас отельчик, вот он. И мы сейчас идем на пляж, прямо на море остановились. Да, тут, конечно, военные живут. Ой-ой-ой, как. Это мы прямо практически в Сан-Диего. Город называется Карлсбад. Буквально 10 миль от Сан-Диего. Академия. И вот она, Академия. Army and Navy Академия. Шикардосная, конечно, Академия. А как же нам выйти на пляж? Нет, туда не выйдешь. Мальчик сказал, вот там немножко пройтись, и будет лесенка на пляж. Где уже та лесенка? Уже полдня идем, вторые сутки. Где та лесенка? Завтра, видимо, мусорный день. Все, пришли. Нет, это частный дом. Вот он. Вот он. Чуть мимо не прошла. А там уже правит тоже чье-то. Это Public Beach. Идите-ка. Ой, кайф уже какая, полежать. Посмотреть на водичку. Люди, вон сколько людей в воде. Пожалуйста, мы с тобой можем тут еще на пару дней остаться в этом отельчике, смотри. Все рядом с морем. Сан-Диего вот рядом с нами. Смотри, какая прелесть. Тут же у нас собственный пляж. Да. Потому что везде доступа нет, а здесь, пожалуйста, можно. Кайфуша какая. Просто кайфуша. Вот так вот. А говорят, нельзя. Нам нужно все. Это такая доска была дома. Зачем она тебе нужна? Зачем тебе доска нужна? Так, снимаем тапки. Идем босичком. Ой, как здорово. Так что, где мы остаемся? Здесь? Ой, как здорово. Здорово. Уже. Половина восьмого вечера. Ай-яй-яй. Ну-ка, мальчик, давай. Боится же он акул. Смотри, волна какая. Вау. Давай. Нет, пропустил. Вау, пошел. Молодец. Thank you.
Ну, воду, конечно. Как им не холодно, блин. А там еще тучки, пока оно сядет. Или там гора? Там гора, да? Да, там горы. Оно садится за горы. Она прямо вот за этими домиками у нас находится. Уже, по-моему, около... Почти 9. Ай, какие цветы. Удивительно. Ну-ка, я тоже понюхаю. Ой, как сильно пахнет. И правда. Да, фотография. Так, нам куда? Налево, направо? Отсюда, по-моему, ой, так хочется жалеть кроватку, так хочется. Ой, какое желтое дерево красивое, мамочка моя. Папа. Пошла цветы нюхать и занюхалась, по всей видимости. Не, ну это желтое дерево, это вообще нечто. Ну где ты? Натали, Натали. Посмотрим, что же это такое. Ну-ка. Прямо шары такие желтые. Красотулечки какие. Боже, какая прелесть. Ну какая же прелесть. Тоже там своя прелесть, тут своя прелесть. Ты не наговаривай на свою ранчо. Ранчо это вообще нечто волшебное, восхитительное просто. Я не знаю. Вот таких районов много, таких так, а такое ранчо одно у тебя. 4 июля. У меня сегодня 4 июля. Приехали сегодня, устраиваемся в гостиницу. Дулечка, я его с 4 июля поздравляю. Он такой, да, тебя тоже. Сегодня уже 5-е. Зарапортовалась я совсем. У него какие няшные. Home sweet home. Let freedom ring. Ну какая же прелесть. И вон там пошли холмы, холмы, холмы. Я вот такой папоротник выращивала, и свинья дикие пришли, его выкорчевали. Как мне эти лесенки нравятся, белые. На второй этаж. А вот она, наша гостиница. Вот она уже, вот она, беленькая впереди. А пахнет? Чем пахнет? Сверху балкончик, здесь балкончик. Чудышко. Угу. Чудышко просто. Белое все. Это только траки от этой академии и эти транспортные средства. Это все академия. Вся покрашена в белый цвет. Она какая шикарная. Господи, все для людей. Вот Army and Heavy. Heavy. Army and Navy Academy. Education. Young men. Grade 7-12. Вот так вот. 7-12 класс. И вот
Карлсбад Вилледж. Вот тут мы сейчас находимся. Этот маленький городочек Карлсбад. И вот наш отельчик через дорогу. Тут мостик, там, по всей видимости, пролив. Мы тогда еще не поднимались. Историческая Калифорния, US-101. Дорога. А я не знаю, чем так пахнет. И небо розовое какое. Вот она наша маленькая вилледж. Тут машинка стоит. Нах, 8 нах. 455. Сейчас я куплю себе водички. Ты хочешь что-нибудь? Что ты хочешь? Кока-кола, вода? Здесь классная гостиничка, просто прелесть. Ремонтик такой замечательный, жалюзи такие красивые. Надо себе домой такие купить. Машинка вот она на приколе стоит. Хорошенькая гостиничка, просто прелесть. Микроволновка, холодильник. Очень хороший, красивый душ. Все чистенькое, все. Липочку. Просто прелесть. Это моя кроватка. Итак, мы готовы к ночи. Ой, как хорошо. На улице прохладненько, наверное, градусов 25, может быть, 24. И вот пляж прямо вот тут. 100 метров.